Общекомандная победа российских классиков в Каспийском дворце спорта и молодежи имени Али Алиева завершился международный турнир по греко-римской борьбе памяти Суроката Осиятилова. В копилке хозяев ковра 8 золотых наград. По одному золоту завоевали представители сборной Беларуси и Армении. Гостями турнира стали спикер республиканского парламента Хизри Шихсаидов, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по спортивной борьбе. Гаджимурат Зияудинов расскажет подробнее. В третий раз под сводами Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева прошел турнир классиков в памяти Суроката Осиятилова. Организаторы планировали пригласить 10 команд, однако из-за ситуации с пандемией допустили не всех. За медали в 10 весовых категориях спорили представители 5 стран. Остальные в прямом смысле остались за бортом турнира. 4 команды прямо на границе. Они, прилетев там, в Шереметьево, Домодедово, их развернули, они уехали обратно домой, да, к сожалению. Такое случилось из-за тех нынешних правил, которые мы говорили, связанные с пандемией. Те уже, которые приехали, команды, ребята, они сегодня покажут достойную борьбу, и болельщикам, зрителям будет на что посмотреть. Мы увидим новые имена, новых чемпионов. Во второй день турнира, впрочем, как и в первый, россияне завоевали 4 медали высшей пробы в весовой категории до 60 килограммов. В финале за золото дагестанец Денислам Баматов, представляющий Санкт-Петербург, с явным преимуществом одолел россиянина Константина Верещагина, завершив схватку эффектным броском. Чемпион получил награду из рук спикера республиканского парламента Хизри Шихсаидова и путевку на континентальное первенство. Первые две схватки хорошие были с иностранцами. Первая схватка с поляком, вторая с армянином. Так нормально пошла схватки. Соперники тоже неплохие, хорошие соперники. Турнир очень хороший, самый сильный турнир по молодежке. Россия, Кыргызстан, Армения, Польша и Беларусь. За медали спорили лучшие юниоры этих стран, однако противопоставить что-либо хозяевам ковра смогли лишь представители Армении и Беларуси. У них по одной награде высшей пробы. Остальные 8 золотых медалей и первое общекомандное место за хозяевами ковра. Чемпионами второго дня турнира памяти Суроката Осиятилова стали россияне Денислам Баматов, Муслим Имадаев, Адлан Амриев и Армен Чалакян, а также Самвел Григорян из Армении. Гаджимурат Зияудинов, Гаджи Магомедов и Рамазан Амаров. Время новостей. Каспийск.